Для чего вам нужен этот прямой эфир? Когда вы сейчас будете слушать, да, порядка полутора часов, у вас уже вы заметите, ну, как вы начнете принимать смерть. Очень важно, да, все, для чего я провожу этот эфир, чтобы человек начал, и я в том числе, принимать смерть. Чуть-чуть попозже расскажу, что это. Итак, поехали. Девочка спросила, у меня тоже так было, что это про меня. Я порекомендовала вам записать за мной сейчас два вопроса, и когда вам в жизни что-то не нравится, чье-то поведение, какая-то ситуация, задайте себе два вопроса, и вам не нужен будет психолог. Первый вопрос звучит так: что я сейчас чувствую? Ребята, жизнь – это чувство. Что я сейчас чувствую? Очень многие люди не могут ответить на вопрос, потому что они даже не помнят, какие чувства есть. Они даже воспроизвести это не могут. Мамы учат детей думать, делать, но не чувствовать. А жить – это чувствовать. Поэтому я призываю мам научиться чувствовать и жить. Сначала самой, да, на марафоне «Женская сила» с 1 марта, а потом научить этому ребенка на марафоне «Навигатор для родителей» с 1 октября, а лучше приехать на живой курс. Угу. Я вот сейчас лечу, например, этому учиться в Германию в 20-х числах февраля. Летаю по всему миру. Самая большая статья расходов у меня, моего бюджета, это мое образование. Угу. Никак не еда, не квартиры, вот нет, а образование. Чтобы что-то дать своим детям, в том числе, конечно же. Итак, историю я вам хотела рассказать. Когда мама не принимает ребенка, выбирает смерть. Женщина очень хотела дочь. Первый рождается ребенок. Это реальная история. Мальчик. И запрос был на расстановку. Таня, почему он умер на 21 день своей жизни? И она забыла о том, что она хотела девочку. Мы это вспомнили в процессе расстановки. Ребенок умер. Именно этот ответ она и получила как мама, потому что она не хотела сына. И мама имеет невероятную силу на то, чтобы ребенок либо жил, либо не жил. У мамы невероятный ресурс. Вот то, что вы сейчас проживаете и чувствуете в своей жизни, это идет ресурс мощнейший от вашей мамы. И если у вас с ней отношения правильные, да, а что такое правильные отношения? Это когда вы себя чувствуете маленькой девочкой перед своей большой, могучей, обалденной, мощной мамой, которая может все. А вы маленькая девочка, которая не можете практически ничего. Потому, когда рядом мама. Все, что вы можете, это только получать ее любовь и быть ей благодарной за жизнь. Вот это называется правильное отношение. Все остальное к отношениям не имеет ничего общего. Когда мама дает любовь, ребенок ее получает. И вот когда у мамы другая позиция, другое место, другое намерение по отношению к своему ребенку, неважно, жива мама, не жива, общаетесь вы с ней, не общаетесь, знаете вы ее или не знаете, это не имеет никакого значения, то мама имеет на вас огромнейшее влияние. Папа тоже, но мама больше по сравнению с папой, особенно если ты девочка. И что произошло потом у моей заказчицы? Потом была следующая беременность, двойня, и она не выжила. А потом была еще одна беременность, и тоже ребенок не выжил, то есть даже не родился. Только потом, четвертым номером, а в том случае даже мы выяснили, что пятым, родилась девочка. И с девочкой все хорошо. Насколько мама не хотела иметь мальчика, что все пацаны полегли для того, чтобы родилась девочка. Вот такая сильная и мощная идет, такое мощное влияние от мамы